Всем привет! Этим видео начну очередную серию видео, которая будет называться «Обзоры оригинальных именных снарядов для развития силы хвата». И начну я эту серию с обзора так называемого кирпича пенделя. Вот так выглядит этот кирпич. Те, кто следит за моим каналом, видели уже этот кирпич и попытки подъема этого кирпича. Сейчас я подробно расскажу о всех параметрах и характеристиках этого кирпича. Выглядит он вот так, как настоящий кирпич. Настоящий кирпич, только железный. Пропорции кирпича более-менее сохранены, менее чем обычный кирпич, ну, в принципе, где-то что-то. Сейчас покажу его габариты. Итак, габариты следующие. Ширина кирпича. Ширина кирпича где-то 78 миллиметров. Длина кирпича 340 миллиметров. И его ширина, так, сейчас, не уронить бы, 150 миллиметров. Вот такой вот кирпич. Здесь он немножко полукруглый, с торцов, симметричный. И сейчас мы сделаем взвешивание этого кирпича. Взвешивание кирпича на точных весах. Теперь имеем возможность взвесить. Ждем 0 и непосредственно само взвешивание. Опа. 3600. Ну, сейчас покажу поближе. Кирпич пенделя очень хорош для развития силы хвата, а именно щипкового хвата. Можно поднимать вот таким образом, можно поднимать вертикально, хватом за торец, наискосок. И поскольку вес снаряда не меняется, то есть пока нет возможности изменять вес снаряда, повышение нагрузки при подъемах этого кирпича будет происходить за счет увеличения сложности подъема. То есть вы поднимаете сначала за вот эту сторону, это более простой вариант. Делаете тягу, если тяга легко, делаете взятие в стойку. Если взятие в стойку легко, делаете уже рывок. И если с рывком все в порядке, то начинаете поднимать вот таким вот хватом за торец. То есть, держа его не горизонтально, а вертикально. По той же схеме. Тяга. Если тяга стала просто, взять ее в стойку. Если взять ее в стойку, а становится просто, то делайте уже рывок или вырывание. Но хочу сразу отметить, взять такой кирпич, вот такой вот позиции вертикально, взять его с пола в стойку и пожать — очень и очень непростая задача. На данный момент всего лишь два атлета справились с этим. Первый — это был Батрас Тибилов в 2016 году. Отлично. И второй — Иван Бериташвили, который также взял его в стойку и пожал. Это было в этом году, если я не ошибаюсь, в январе месяце. Отлично.
Отлично. Вот такой вот интересный снаряд. На этом все. Тренируйтесь. Всем успехов и без травм.